Если дома нет в списках аварийного жилья, то необходимо провести экспертизу. Ее стоимость для небольших домов от 8 до 20 тысяч рублей. Для этого оренбуржцам необходимо обратиться с заявлением в местную администрацию. Там должны дать письменный ответ о реальном состоянии жилья. Если же официально подтвердили, что ваш дом не аварийный, но вы с этим не согласны, то следующая инстанция – суд. Но для суда нужны веские доказательства. Как понять, что дом аварийный? Сергей Миронов считает, что нужно обращать внимание на тревожные знаки. Если наклонные трещины, это значит какие-то осадки. Тревогу бить надо, значит что-то идет увлажнение какое-то, да? Либо какие-то перегрузки идут на фундамент, то есть возможно осадки. Если видите вертикальные трещины, вертикальные, между вот окнами, да, это называется место простенок, то есть это чрезвычайно опасная трещина. Смотрите за цокольной частью здания, там часто влага поднимается, то есть нет гидроизоляции, вертикальной, горизонтальной, разрушается цоколь, часто он чем-то зашит, и мы не видим состояние кирпича или там бетона. Аварийные здания не всегда старые. Главный показатель – это качество выполнения строительных работ. Аварийным может стать и новый дом. Среди людей бытует мнение, что кирпичный дом менее надежный, чем монолитный. И это не заблуждение. При нарушении строительных технологий у кирпичных зданий больше шансов быть разрушенным.